Затем собравшиеся обсудили организацию общественного контроля на потребительском рынке города. Вопрос привлечения общественности к незаконному обороту промышленной продукции сегодня актуален для Когалыма. По мнению специалистов, совет выступает главной площадкой, через которую можно привлечь больше людей к существующим проблемам. В прошлом году общественники принимали участие в проверках по соблюдению требований к содержанию, реализации и срокам хранения молочной продукции, а также мониторингу качества пассажирских перевозок. От членов общественного совета мы ожидаем того, что будут поступать обращения о нарушении требований действующего законодательства в сфере потребительского рынка и участие этих членов общественного совета в мониторинге объектов торговли, объектов, предоставляющих услуги для населения, что повысит качество предоставления услуг и реализации товаров на территории нашего города. На первом в этом году заседании также поговорили о планах работы общественного совета на 2020 год. Состав сформирован, учитывая принцип участия в общественном совете города Когалыма, членов других общественных советов, которые сформированы по профильному направлению. Поэтому это эффективное взаимодействие, я считаю, и поможет на благо развития нашего города.